Центральной Европе активно обсуждают проведение президентских выборов в Казахстане в этом году. По мнению австрийского политолога Самуэля Шуберта, это решение обусловлено несколькими факторами. Необходимость действовать в контексте происходящих в мире событий вполне ясна. С учетом внутренней и международной политики, это верное решение. Как показывает практика, ваша страна ничего не принимает необдуманно. И тут вполне объяснимо решение провести президентские выборы именно в этом году, ведь на 2016 год в Казахстане приходятся и президентские, и парламентские выборы. И тем более это правильное решение с учетом усложняющейся мировой экономической ситуации.